Системная шина процессора предназначена для обмена информацией микропроцессора с любыми внутренними устройствами микропроцессорной системы, контроллера или компьютера. В качестве обязательных устройств, которые используют состав любой микропроцессорной системы, можно назвать оперативное запоминающее устройство, постоянное запоминающее устройство, таймер и порты ввода-вывода. В состав системной шины в зависимости от типа процессора входит одна или несколько шин адреса, одна или несколько шин данных и шина управления. Несколько шин данных и адреса применяются для увеличения производительности процессора и используются только в сигнальных процессорах. В универсальных процессорах и контроллерах обычно применяется одна шина адреса и одна шина данных. В понятие шины вкладывают разные значения при рассмотрении различных вопросов. В простейшем случае под понятием шина подразумевает параллельное проложение проводов, по которым передается двоичная информация. При этом по каждому проводу передается отдельный двоичный разряд. Информация может передаваться в одном направлении, как, например, для шин адреса или шины управления, или в различных направлениях для шины данных. По шине данных информация передается либо к процессору, либо от процессора, в зависимости от операции записи или чтения, которую в данный момент осуществляет процессор. Иногда для увеличения скорости обработки информации функция управления системы шины берет на себя отдельная микросхема, например, контроллер прямого доступа к памяти или сопроцессор. Арбитраж доступа к системной шине при этом осуществляет контроллер системной шины. В простейшем случае достаточно сигнала занятости шины. В некоторых случаях в понятии шин дополнительно включают требования по уровням напряжения, которые представляются нули или единицы, передаваемые по ее проводам. В состав требований могут быть включены длительность фронтов, передаваемых сигналов, тип используемых разъемов и их распадка, последовательность передаваемых сигналов и скорость передачи между ними.